Всем привет, друзья! С вами Корвет, мы продолжаем играть в BioIncorporated Redemption. И теперь мы играем за, собственно говоря, смерть. К нам опять пришел Джон Смит. И теперь мы попытаемся его убить, я так понимаю, да? За смерть я ничего не играл. Что здесь делать, я не знаю. Но так понимаю, что надо как-то истреблять его. Вот, то есть мы будем развивать с вами какие-то заболевания. Показывают, сколько пораженных систем. Зеленый прогресс показывает, сколько ущерба было нанесено. Так, давайте начнем. Симптомы, да? Здесь у нас два симптома вызовет, здесь два симптома вызовет. Давайте вызываем с вами здесь, я думаю, симптом. Потом здесь. И пойдем куда-нибудь еще, наверное, в нервы. У нас еще 7 очков есть. Давайте пойдем с вами в нервы сходим. Вот здесь тоже сделаем. Вот так, отлично. Развить. И здесь тоже, наверное... А, блин, не хватит. Хорошо, тогда ждем. Не знаю, каким образом нам здесь будут даваться какие-то плюхи. Скорее всего, будут проникать... О, да, какие-то полезные, видимо, бактерии в организм, которые нам надо истреблять. И за это мы будем получать с вами биоочки. Диагностика, лечение у нас также есть. Я не знаю, зачем. Так... Так вот, биоочки накопили. Давайте посмотрим, что мы можем теперь сделать. Так, фактор риска. Ожирение, избыточный вес, иммунитет. Пищеварение, скелет, почки. Нет, это нам не надо. Мы будем бить по нервам и по сердцу. Так, нервы, иммунитет, кровообращение. Так, давайте заболевания пока еще сделаем. Тут у нас очень дорого это стоит, да, 20-14. Ну, давайте накопим на что-нибудь. Вот, например, на мышечную слабость. И паралич вообще отлично. 14 стоит, да, по-моему? А, биоочки это называется. Вот так, биоочки мы накопили. Давайте теперь вернемся сюда. Развить. А, мы не можем, а почему? Понятно. А, следующий момент. Инсульт мне нужен, да? Хорошо, а как мне его сделать, этот инсульт? Нервный срыв. Возможно, где-то здесь он находится. А может быть и нет. Ладно. Все равно будем тогда прокачивать это. Усталость, тревога. Давайте усталость возьмем. Блин, 12 стоит, да? Нам не хватит. Вот, теперь хватит. Заходим. Перегорел, усталость. Здесь у нас глубокая депрессия. Отлично. Потом пойдем с вами в глубокую депрессию. Впадем. Опа. 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 Так, по ресурсам. Иммунитет должен быть ниже 80, да, пока у нас 86. Надо бить по скелету и по почкам. Давайте сейчас начнем, или можно по мускулатуре пока ударить. Так, давайте улучшим ресурсы. Необходимо развить 5 факторов риска пунктов или более. Так, 5 пунктов риска. Ну, у меня 5, по-моему, да? А, фактор риска, вот, да? У меня 4. Один еще нужен какой-то. Следующих систем. Невезучий возьмем. Вот, отлично. Так, теперь нам надо 6. Mm-hmm.
Да, в игре присутствуют баги, все-таки игра на раннем доступе. Иногда наш персонаж просто застывает, и ничего не происходит. Когда я играл за врача, этого не было, да? Ну, не страшно, не страшно. Нам главное оценить процесс игры и вообще, стоит ли эта игра того, чтобы ее купить. Симптомы ухудшаются, Джон Смит собирается посетить врача. Врач теперь будет исследовать симптомы и лечить болезнь. Что дальше? Процесс восстановления начался, врачи пытаются излечить. Ну, это как Plug Incorporated. Когда, вот видите, все зависло. Ничего не происходит. Нам надо нажать на биокарту, на крестик, и все пошло. Как в Plug Incorporated, врачи начинают лечить болезнь. Видимо, здесь будет то же самое. Цель — прикончить Джона Смита. Коротко и ясно. Прикончить Джона Смита, и все. Так, давайте ресурсы. Так, здесь улучшить. Джон Смит должен нанести визит в отделение неотложной помощи. 4 войны. Плюс 1 за ресурс. Ну, так он вроде как уже сделал визит или нет. Непонятно мне что-то. Восстановление. Поступки, врачи, медсестры бастуют. Так, заболевание. Вернемся к заболеваниям. У нас 7, мы можем что-то прокачать. Давайте прокачаем. Ух ты, 19 стоит, нифига себе. Ну вот здесь возьмем симптом, да? Давайте везде по чуть-чуть, да, как говорится, ударим. Чтоб врачи просто офигели. Сказали, блин, чувак, да ты вообще разваливаешься. Мы вообще удивлены, как ты до сюда дошел. Там и по почкам треснули, и... Делает кардио 2 раза в неделю. Ах ты, зараза, хочешь сердце вылечить? А сердце у тебя довольно быстро исчезает, я хочу сказать. Ну-ка, на-ка. 7 очков, давайте еще что-нибудь глянем. Кости. Вот так, по костям немного треснем. Потом зайдем по ДНК тебе сейчас тоже. А, блин, по ДНК не даванем. Тогда даванем по чем-нибудь другому. По легким даванем. Даванем. На тебе, боль в горле, лихорадка. Получай. Ить. И вот так. Джон Смит делает электро... Что-то там, какую-то грамму. Восстановление у него пошло, да? Биоочки. Копим биоочки. Так, давайте куда-нибудь... Надо куда-то по-серьезному уже так ударить, да? Сердце, если он начал лечить, значит, я думаю, что... Ах ты, зараза, ты еще и голову начал лечить. Ладно, тогда мы тебе по почкам сейчас ударим. Вот так тебе, получай. Так, еще надо 8. Сейчас 8 накопим и еще по почкам даванем. Пьет 3 литра воды в день. Ах ты, зараза, ты че, блин, почки решил еще лечить? Хорошо. Значит, нервы. Тогда будем нервы долбить. Хотя ты там, по-моему, что-то уже вылечил, да, в нервах. Ну, ничего страшного. Мы и так сейчас долбанем. Потеря веса. 21, да, нам надо? Давайте, хорошо, сейчас 21 накопим. И вообще хорошо так долбанем ему по нервам, сделаем из него депрессивного человека. Он будет грустить, страдать, сидеть на окнах, пить кофе, смотреть на дождь, зевать. Так, 1. Отлично. Так, погнали делать ему депрессию. Получай. Так, из-за этого ты будешь терять вес. Становишься худым и страшным. До сих пор непонятно мне, как сделать вот это. Нужен инсульт. Эпилепсия требует следующие элементы. Инсульт. Где его брать, этот инсульт? Видимо, где-то, наверное, в других. Грипп лечит, да? Легкий, то есть. Нервы хорошо падают. Я думаю, что если я ему сейчас жахну еще по нервам, будет вообще классно. Будет обалденно, мне кажется.
71%. Нервы. Не лечите. Все? Блин, так мало. Сколько здесь надо? СМИ должность визита отделения неотложной помощи. Ну он же вроде как уже пришел сюда. Он же пришел уже к врачу. Или может это надо... Это надо, наверное, еще ждать. Возможно, когда у него будет какой-то там определенный процент, тогда, скорее всего, он пойдет в отделение неотложной помощи. Здесь развиваем тревогу, и у нас болезнь Альцгеймера стоит 13. 13 био-очков. Джон Смит сходит с ума, и следующим шагом будет у нас болезнь Альцгеймера. Мы полностью истребим его нервную систему. Ну, я так думаю. Так. 23% уже. Психологическая оценка. Ах ты, зараза такая. Черт, сейчас будет лечить, перегорел. О! Неотложная помощь. Критическое состояние Джон Смит был госпитализован. Врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти Джона Смита. Что дальше? Врачи будут диагностировать и лечить заболевания быстрее. Прогресс восстановления будет быстрее. Ой-ой-ой. Опять эти баги. Так, улучшить. Надо 10. 10 очков. Одно очко нужно. Да что ж такое, блин? Что за лаги? Нервная система под угрозой. Почти все. Нервную систему мы почти уничтожили. Уже начинается битва не за жизнь, а на смерть. Не на жизнь, а на смерть, я хотел сказать. Глупость, глупость, глупость. Да что ж ты замираешь постоянно? Блин, забыл. Отвлекся немножко. Так. А, 13, блин. Ну, немного. Хотя, в принципе, мне кажется, нервы уже можно и не долбить. Можно он по сердцу начинать сейчас шарахать. Требуется больше суток на ближайшие дни. Блин, опять эта фигня. Ой, что за сколько ресурсов-то сразу повалило. Каждая отказавшая система не вредит другим системам. Так, все, этой системы нет. Теперь давайте по сердцу бить. Тут вон что-то вылечили уже. Так, инсульт. Хорошо, здесь, я думаю, тогда все. Давайте тогда вернемся еще вот сюда, в почки. Вот так получи. И вот так получи. Все, отлично. Блин, куда? Да как можно быстро? Плюс 6, офигеть. Здоровье, падай. Гены, это передача сходства по наследству от родителей или предков. Ага, плохие гены, давайте тогда по генам ударим. Это же гены? А, это иммунитет. Блин, ну ладно. Неважно, хорошо, ударим немного по иммунитету. Более чувствительным к свету. Так, давайте еще куда-нибудь жахнем. Получай. Еще по сердцу жахнули его. Нервы вообще распались, их больше нет, не существует. 41% восстановления, 44% здоровья осталось. Блин, блинский. 49, офигеть, по-моему, врачи тут как-то более
быстрее тащит, чем я, орган иммунитет. 7. Получай. Скулатура. Так, дальше здесь еще давайте фактор риска возьмем. Вот так по почкам. Так, еще восстановление. Что у нас здесь? Лечение 10% менее эффективно, чем все забастует. Останавливается несколько недель. Отлично. Медсестры бастуют. Это хорошо. Лечение все остановилось у нас. Полезный, кстати, такой перк. Сейчас они побастуют и потом начнут бастовать еще разочек. И как раз кровообращение сейчас закончится у нас. Да, все. Кровообращение у нас закончилось. Почки скоро откажут у него. Давайте сделаем еще забастовку. Врачи бастуют на целый месяц. Вот так вот, все. Теперь целый месяц ничего с ним не будет происходить. Он только будет целый месяц дохнуть потихонечку. Сейчас у него почки откажут. Можно долбануть по мускулатуре, я думаю. Так, мускулатура. Вот сюда долбанем. Ай, блин, не хватает очков. 19 надо. Ну-ка, ну-ка. Почки отказали, отлично. Да, да, умирай, зараза такая. Дохни. Дохни. Ну-ка. Чуть-чуть. Еще немножко. 1%. Все, готов. Человек сдох. Мы убили Джона Смита. Ну, ребята, это была смерть. Это была игра за смерть. Довольно прикольно. По-моему, даже поприкольнее, чем играть за врача. Было несложно, так как это первый уровень. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Корвет, всем удачи, всем пока.